Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение ФФА сериала в Sid Meier's Civilization 6 за Скифию на архипелагах. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Вилла все-таки освободилась. Да, я еще не так просто назад забрать. А ты можешь сделать выстрел по ней? Да, ща. Еще. Сейчас посмотрю. Ну, если есть лишний, то еще. Если нет лишнего, то не надо. Я захочу двумя бронями. Не, мне желательно их все вести уже. Хорошо, хорошо. Блин, тупо, что если полководец или генерал, например, привязан к стреляющему юниту, юнит выстрелил, то считается, что полководец и генерал походили. Я все время забываю об этом, но это тупо, по-моему. Грей, союз будем продлевать? Грей? Ща. Я жую. Мне пришло сообщение, что у меня Конго стала преобладающей культурой. Что это значит? Теперь ты негр. По крайней мере, очень грамотный. Очень хочешь им быть. Меня очень интересует дальнейшая судьба конголезских городов. Ну, вилла уже уничтожена, как видишь. Квангу вообще отваливается. Ну, то есть, если ты повещаешь остальные города сжечь, ну, кроме столицы, ну, Вильнюс можно освободить, по желанию. Там, обещаю. Нужно... Обещаю, что столицу захвачу, амбум-бим-бамбу сожгу, и Вильнюс либо сожгу, либо освобожу. Так? Да. Давай только какой-нибудь уже не военный. Давай. Вот, экономически. Так, сколько мне надо? Армия есть, армия есть. Один рыцарь. Еще два строится, это будет армия. Да, наверное, хватит. Уже этих рыцарей.
У меня, по-моему, археолог, да. Так, а что у нас с чудесами? Какие есть? Биг Бен. О! О! Биг Бен давайте бахнем. Так, ну я думаю, что уже... Не, хотя... 35 туристов. Еще может что-то сделать, мне кажется. Хотя и очень-очень вряд ли. Так, немец, плыви к бомбе. Уже в пути. На зону контроля. А вот этого около черепахи корпус раненого желтого броненосца на одну клетку подвинь куда-нибудь. Куда лучше, наверх? Без uh-huh. разницы, просто с этой клетки. Так. Ну что, вот отваливается. Еще два хода можно постоять. Подвисание. Да, конечно, без города здесь плохо. Туда-сюда плавать на лечение. Блин. Отлагало. Ну, смотрите, как лагает. Меня тут уже в это время, пока лагало, убили. Не, все равно лагает. Там никто никакие метки не ставит, ничего не делает. У тебя интернет возможен. Я уже спокойно играю. Так, амбамбу мне как брать? Пушки нужны, если арта. О, фашизм. Ребят, шумер, наверное, на кого-то еще нападать будет. Вы там смотрите. Ах, класс, весело будет, наверное.
Теперь надо бы копить, конечно, деньги. Может, не апать, пока вот эту армию в танке будет. Я вырубил тут джунгли до того, как использовал великого человека, дебил. Урана дофига. Шотландец, обстреляем банзу, пожалуйста. Я дебильно сделал. Ладно, стоим, ждем. Смотрите, как границы Стокгольма разрослись. Странно и сильно, и много, и вообще, что это? Дофига. Чего дофига? Еще раз чего? Послов. Ясно. Это дает влияние на сколько раз границ? Конечно, за каждого посла дают одну границу. Рубник 1.8? Там что вообще? Уголь. Это мог быть 1.9 с уроком. Оля. Самое прикольное, я сейчас тут сидел, порассуждал. Даже порассуждали. Я мог выиграть даже после этой ошибки с подводной лодкой. Так может ты уже как качечка скилл теряешь, он тебя заразил? Откуда взялся линкор Конго? Откуда взялся линкор Конго вдруг неожиданно в говне? А, я понял, это говни с другого города, сейчас туплю. Ну да, от Вильнюса. Я бы на твоем месте его разграбил, эту гавань. Он разграбленный, он не может строить ничего там. Я просто, ну да, я, конечно, месяц не играл, но я потом еще расстроился, и тогда было... Мы играли же ходов 100. Конечно, договорились, чтобы пойти. Так, ну что, отваливается следующим ходом. Ну я что-то сидел, думал, фигня не прокатит. Что-то расстроено. Ну, эсминец. Сейчас сижу, вот обсуждаю, рассуждаю, как можно было по-другому строить, даже если выйти в эти подводные лодки. И были бы тогда больше шансов. Этот блокнотик, знаешь, там написать, типа, вышел в подводки во время этого архипелага в Польшу. Союзы все предлагают.
недовольство возьму. Надо очень быстро стену снести в мом, да, и чтобы он не это. Хотя мы не успеем, наверное. Подводную лодку по нему стреляет он. Чего? Все. Ничего. Просто стой, обстреливай город. Не теряй только ни под субмарину, не подводи. Зачем? Ты лучше субмарин там вот сзади используешь, он строит юниты. Может субмарины приплыть ему этот разграбить гавань эту. Тут уже легко, мы просто стоим сейчас вокруг мбумби. Этим линкорами он ничего сделать не может. Ну все, уничтожили тебе подлодку. Банзу заберешь, да? Нет, следующим ходом. Не хватает силы. Поскламывать, что такое? Хотя могу попробовать, в принципе. О, как видишь, видишь, сколько осталось? Капель. 4 хп, да. Ну, блин, опять лаги. Чего я бомбе больше не вижу? Блин, придется подплыть. Посмотри, не захватывается сейчас, проверь. Ну, в смысле, не нападай, посмотри своими этими. Чё? Ну, не очень понятно, вроде да, вроде нет. Можно попробовать. О, здорово. Теперь плывем в Вильнюс обстреливать. Тем более там Бродвей будет что посмотреть. Что забавно, как бы это... Особо туризм-то не упал, несмотря на то, что городов осталось 3, то есть 2 раза меньше. Но я думаю, что столицу, когда заберем, начнет падать все-таки. Но у него основные, вон я вижу,
Ну, очень много, во всяком случае, еще есть вот это Мбамби и в Вильнюсе. Не знаю, к чему относится, правда, тут. Бродвей к Мбамби. Эрмитаж тоже Мбамбы. Надо Мбамбу брать. Так, давайте я тут... Если бы я так вопросом культуры не занялся, мы бы проиграли. Это шотландской не хватило в итоге. Ну, если бы мы все не напали, я думаю, да. А, было бы еще краб за конец игры. Урис бы этого Грэза решал тоже. У шотландцев сейчас 72, а у меня 67. Ну, с учетом того, что... Нет, ты бы точно думал. У тебя за два хода сейчас будет 72. Да, пока непонятно, что тут. Никто там в ракетостроении случаем не вышел. Ну, на самом деле, это мне стоило очень много. Слушай, ну это всем стоило многого. Все тут строили. Ну, армию-то я тоже построил. Ну, помимо этого, еще в каждом городе есть культурный район. Думаешь, это тебе не нужно было совершенно? Я думаю, что шотландец мог сделать так же. Благо, у него изначально и так на 20 было больше, чем у меня. Ой, ты больше всех тут выиграл, Грей. Попали все, а в этой войне выиграл в основном только ты. А ты не сложил. Почему, Грей? Потому что юнитов меньше потерял, в отличие от вас всех. Построил культурные районы и сейчас выйдет. Холодно пойду, сейчас перебьет бегвешки. Много городов есть. Да, вот Стокгольм 40, пожалуй, туда отправлю. Вот-вот. Как я сейчас умру, там вон чё. У Холецкого 13, тебя под холодной войной быстро. Всё, интересно. Я баня. Даже по-моему сейчас правее посмотрим, чего. По науке даже 219. Это потому что у тебя не везде универ. Не везде? У меня, по-моему, два универа. Вот. Я ж не зря говорил, что мне этого стоило реально многого. Вот если вот Халецкий заберет там бамбу, возможно, так. Будет, то тогда еще у вас будет примерно равная ситуация. Полецкого будет эти дофига дофига книжек и это. Плюс запретный город. Какие книжки? Книжек у него не будет. Они же хранятся по подарок в районах. Не, да. Я проверял, специально смотрел город, где есть книжки шпионом, забирал его, хрен там пусто. Не знаю, может, если это последний город, может, так это работает, я хз. Вон, да ты можешь даже сейчас увидеть этого... Как его? Полецкого, он шедевр все. А, сейчас, да. Ну, странно, я просто как-то специально за этим смотрел. Город захватывается, ты получаешь. Ну, не суть. Может, договорились вроде как с ним. Посмотрим. Сейчас будет решаться от твоего шага, у тебя больше всех армии, всех фигня. А вы продлили союз с Халецким, да? Да. И сколько у вас ходов вообще? Сколько нужно? Ходов 15, да, допустим. Или ходов 15, ходов 13. Почти. 13 ходов, а на Халецком будет настроить юнитов плюс... Вроде по экономике. Если учитывая его нападение. Такое. Короче, у меня прогноз такой. Либо тут Грей, либо Халецкий выиграет. Но у Грея больше потенциала, поэтому я думаю, тут Грей выиграет. Как-то...
Ты всю карту оставил ни с чем. Так и есть. Сколько потеряли юнитов остальные? Им нужно сейчас еще это строиться. Притом какой потенциал? 936 даже сейчас имеет науки. Судя вот по инженерам еще в начале вот игры я смотрел, там было у него 6 городов и 6 было инженеров заход. Типа там немец расставил свои районы, это точно херово. Я даже уверен, что там газа нет на шее. Что-то злой ты какой-то. Ты бы смеялся, если бы ты видел. Ну вот. При том, что у каждого, ну, за немцев у тебя всегда должно быть, сколько получается, 1, 2, 3. 3 ганза на 7, 8, 9, по-моему. Это в ромашке. Там рек нету, поэтому так не получается. И с культуркой, культурным районом меня это все заменяешь. Ну ты еще этот колесей не решил строить, поэтому тебе нужны будут тетралки. Не, просто у меня всю игру было 15 культуры вход. Мне вообще было трудно это догнать и перегнать потом еще всех. Кто говорит про начало? Главное, что сейчас есть. Я вообще в начале у меня была это. А, кстати, 20 ходов тут осталось. Это, оказывается, еще вот так все. Не, надо больше арты строить. На, ты мог бы просто продержаться, даже не выигрывая. Как я тебе продержался? Немец. Не, я знаю, как продержался, да, все. А я был лидером по счету, да? Да. Немец, убирай, пожалуйста, с гавани у Вильнюса броненосец. Мне надо оттуда будет обстреливать. Блин, точно, ты прав. Ой, блин, я... Офигеть! Что получается, можно было просто выйти в бобры. Даже пофиг на эти подлодки. Сейчас бы просто бы отбился бы и продержался бы 20 ходов и выиграл бы культурную расчёту. Так голем оставляем в покое, как он есть, да? Ну, у меня нету флота его захватывать, например. Я бы оставил. Тем более, что у меня там послы сидят. Я бы забрал. С самого начала говорили о том, что мы его сожжем. Ну, потому что не получилось. Я, конечно, потом проверю, чем это закончится, там, кто-нибудь из вас скажет, но вот мои прогнозы. Если там сейчас дружно закончится, сожгет города Грея этому Халецкому и он выиграет. Вот. Либо Халецкий отобьется и выиграет. Вот мои прогнозы. А эти, наверное, в Махенджидару. Шестерочку и в Торонто. Или убить этого? Чтобы не мешался, а то еще хочет Вильнюс захватить. Зачем? Зачем? Это пулеметный рот. Думаю, я в концовке культурных людей получил больше, чем ты, наверное. Ну, давай посмотрим. Чего? Ты знаешь, сколько у меня их? Последние ходы, посмотри. Даже в последние ходы я их получал. Ну, я тоже. Очень много. Проект начитал.
У меня все города читали проект, без исключения. Так. Биржа, морской порт. Ну, у меня в основном несчастье из-за войны, конечно. Минус 3, видите, война. Следовательские гранты. Сколько у меня тут еще пушек? Думаю, пушек достаточно будет. Или построить еще в Гелоне. Тут будет плюс один, когда этот город заберу, еще с этого района. О, я уже первый по очкам. А забрав эти города, этот город заберу. Потом еще города Кхмера заберу. Ну, а это, я как обещал, Мбамбу я разрушу. Вильнюс освобожу просто. Но будут еще города Кхмера, тоже к очкам неплохо. У него тут районы какие-то есть. Сильно банза. Нормально. Кванга забираю, меньше будет отваливание. Ты что ли принял? Да, Конга. Да я что-то не смотрела, тут сидя абсолютно. Шарик надо, кстати, еще прикупить. Ой, я не открыл его, что ли? Спасибо за игру. Спасибо за игру. Давай, да. Спасибо за настойчивость. Спасибо. Да, не открыл еще шарик. Такого человека убили. Ни за что, ни про что, суки, замочили. Ну, тут тогда и я закончил. То есть ты сидел, пока Конго сидит? Возмездие кхмеров. Спасибо за игру. Блин, не хватило. Спасибо за участие. Не хватило Вильнюса. Ну, следующим ходом.
Давайте, наверное... Ладно, торговцы построю. Наверное, кавалерии наклепать. Я, то есть, план дальше простой. Закидать ядерками шумера. Сначала, конечно, эти все города надо забрать. Производство будет. Где у грека еще город? Ну, грек, шотландец, у вас когда союз с шумером заканчивается? Я просто к тому, что он может на вас напасть. Он может, наверное, и так напасть, да? Ну, у вас же союз. У меня через 8 ходов. Так, к тому, что поднастройте-ка армию. А у тебя с ним союз или что? У меня с ним долго союз. У меня с ним союз на 14 ходов еще. И мне желательно за 14 ходов, конечно... Да забирать вот эти города, особенно с Мбамбой проблема должна быть. Самое проще и... построить несколько чудес и выиграть по очкам. Нет, проще города забирать и выигрывать по очкам. Ну тут ходов 40 забирали. Ну так мы забирали самого развитого к этому моменту участника. Я вам напоминаю, что когда кто строит проект Манхэттен, сообщает об этом сразу и проходит, голосование. Площадь плюс 5% за соседство, ну так себе.
Знаете что, зоопарк я тут куплю лучше. О. Полегче стало. Немного. Что мгновенно обосновывается вероятность побега. Диверсии на производстве давайте. Дальность прокачалась еще. Ну, тут хватит уже арты. Исследовательские гранты какие. О, инженер. Здорово. Неплохая штука. Дальше работает. Великих людей мне что-нибудь надо? О, торговец. Это, кстати, классный чувак. Я его, наверное, возьму, хотя... Я бы и этого взял. Ладно, пока исследовательские гранты, потом... Это как-то очень много... Эти уже города не отваливаются по лояльности, отлично. Кого убили? Разведчик. На автомате где-то бегал. Ну, это так. Это мы разберемся с этой лояльностью. Да, слабовато вообще. Это я долго буду колупать.
Ну, правда, с артой не так уж прям долго, но... Тем не менее, так, тут шпиона хочу апнуть. Хищение технологий, а возьмем... Куда... Куда размещает Грей?
Блин, я вот этот город не вижу, я бы мог его обстреливать. Какой-то был... О, я вообще забыл про фрегат этот. У меня был какой-то, по-моему, эсминец, прокачанный на... Да, радиус к обзору. Вот им надо будет сейчас подойти, и по идее я должен... смогу видеть. Сколько? 8 очков надо в золотую эпоху выйти. Какие у нас там чудеса еще не построены? Эйфелева башня, Тадж-Махал. Давайте-ка Тадж-Махал бахнем. Но я думаю, что нам бамбу еще хода 2 надо. Я принял. Знаете, я надо, думаю, пингалу и лян надо местами поменять. Что пингала у меня на ядерное оружие прокачан. Черт там лук, а лян высык. 7 ходов, через 5 ходов он появится, и можно будет что-то делать. Да, следующим ходом город берется. Ну-ка, проверим эсминца. О, отлично. Здорово. Так, этот город, значит, тоже забирается без проблем.
Сразу 80 монет получил на содержание. Так. Торговца нанимаем. Ресурс роскоши дополнительный получаем. Проект «Космическая гонка». Неужели Шумер в космос хочет улететь? Ну, можно попробовать ему не дать, конечно. Логистика промышленной зоны. Сколько очков? 5. Блин. Нафиг надо. С компьютером только мир или война заключается. Собирательное право. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! В армии танков будут, так? Ну, Грей уже в ядерном... Грей, ты помнишь про проект Манхэттен, да? Что надо сообщить, когда ты его построишь? Ну, да. А производство ты будешь накапливать на ядерные ракеты? Или ты таким не занимаешься? Ну, по ситуации. Понятно. Что значит, не занимайся. То есть это либо нужно делать, либо нет. Так, ну значит мне тоже надо таким начать заняться. Начинать заниматься. Да, и выйти мне тут стоит не в химию, наверное, а в дальнюю связь. Так, 7 ходов. Опять, да блин, он будет каждый ход это делать.
что Стокгольм мой. Да. Нужна мне там уже арта, не нужна. Наверное, уже нафиг надо. Так. Надо тоже начинать накапливать производство для ядерных ракет. И нужны подлодки еще, кстати. То мне нечем будет, неоткуда будет бросать ядерки. Кстати, а он в эту сторону так и нет построил, ты смотри. Есть гавань в эту сторону. Знаете что, давайте в Неаполе не логистику промышленной зоны, а подлодку. Вот так, и... Ополчение. 1200 золота. О, блин, он стену построил. Компуктер. Ребята, напомните, какую теху нужно выйти, чтобы получить максимальную защиту городов? Ну, в современные танки, наверное. Посмотри, какой юнит самую большую мощь в ближнем бою имеет. Современный танк 90. Вот это вот, как бы защита городская, urban defense. Он разве привязан к мощи юнита? Да. Да. Окей, спасибо. Блин, мне еще кавалерия нужна. Между прочим. Не просто же так. Бросать ядерки, не захватывая городов. Или мне просто защищаться, то есть бросить ядерки вот превентивно. У него подлодки есть. Это вот обидно. Скорее всего тут надо посмотреть, что у него тут. Мне лучше подлодки строить.
что там за армия. Тут ничего не строим, оставляем производство на ядерку. О, все-таки перекупил кто-то. Да ладно, Грей. Я Мани отправил, и послов отправил в Стокгольм. Ну ты... Почему мне пишут, что я веду войну со Стокгольмом, хотя на самом деле я не веду войну со Стокгольмом? Не знаю. Баг очередной. А ты ему решил все-таки объявить войну? Ну попробую объявить и на следующий ход заключить мир. Смысл тогда? Ты уже потерял тогда всех послов в нем. А у меня не было там ни одного посла. Так иди вынеси тогда Стокгольм уже лучше. Я уже уплыл. А смысл этой войны? Давай, вместе со мной. Это кто говорит? Грек? Ну, мы же напали на Стокгольм, у нас послов там нет. Грек, мы не можем с ним мир заключить. Ты вот этим фрегатом будешь выносить Стокгольм? Ну, прокачанный фрегат. С адмиралом. Ну, то есть, да, средневековья какого-то. Ты его ходов... Ну, короче, собственно, до конца игры будешь колупать Стокгольм. Он там 7-й прокачки будет. Ну, на самом деле, армат фрегатов просто убьет за 2 хода сам. А, ну тем более, да. А тут осталось 11 ходов. Теперь мне пишут, можно заключить мир через минус 1 ходов. Значит, тебе надо вернуться в прошлое и заключить мир. Задача очень легкая. Сейчас сделаю. У кого какие планы на победу? Я так понимаю, что наука здесь уже никто не может победить. То есть надо захватывать, что-то делать. Вы там как-то соберитесь. Да, я вот думаю, надо Лешу выносить. И Грея. А как уносить и что делать, вообще без понятия. Прекрасно. Подготовился. Да. Ну, выиграть, скорее всего, по очкам. Либо Лёш, либо Грей. А у нас есть возможность только повлиять на то, кто выиграет. А почему вы не хотите напасть на кого-то из нас двоих? Ну, в смысле, не на кого-то одного. Достаточно, ничего. Я сейчас что-то позаключаю, что не подумал я. Ну, у меня нету союзов с немцем и греком, например. У Шумера... Можно сделать так, чтобы шотландец победил.
Но это придется всем напрячься и воевать, чтобы отдавать ему города. Не, а нам вот что мне, что греку, какой смысл что-то делать? Мы в любом случае не выиграем. Да, это очевидно. Очевидно, что идет победа по очкам. Пока вы друг с другом не воюете, мы ничью сторону и не занимаем, просто наблюдаем за процессом. Какой смысл мне сейчас нападать на тебя, просто убить свои 5-6 или это вон ходов? Ну, на самом деле... вот у грека, например, отставание от меня 230 очков. Ну да, это ходов 50. Это наверстывается из захвата. Если бы... Вы, кстати, немец с греком можете между собой повоевать. Если кто-то вас кого-то одного вынесет... За пятое место. Нет, серьезно? Если, например, там грек или немец выносит другого, полностью захватывая города, то у вас будет нормально очков. Грек, я выдвигаюсь. Давай. Открывай врата. Коня подогнать тебе или так? Лодку пришли. Понял. Да ничего, у меня следующим годом шотландцы прекращается союз. В этом городе плюс я наука. Не уверен, что я 10 ходов продержусь против него. Сам с собой воевать будешь? Грек. Ой, шумером. Да. Грек, загляни в великих людей и возьми быстрее великого ученого. Сообщение. И у меня сообщение не было. Продолжение запланировано на завтра, а на этом пока все. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!